Министерство спорта подводит итоги уходящего года. Сегодня с докладом выступил глава ведомства Георгий Балакшин. 2016 год был значимым для республики. Проведены ряд крупных мероприятий. Третья спартакиада зимних видов спорта, шестые игры «Дети Азии», чемпионат России по вольной борьбе. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро путевки получили 7 спортсменов. Всего завоевано 189 медалей и 111 наград получили спортсмены-инвалиды. Прошел второй этап внедрения всероссийского комплекса ГТО. Охвачено более 13 тысяч учащихся. Главными задачами в новом году являются внедрение третьего этапа ГТО, участие на сурдолимпийских играх, воспитание спортивного резерва и проведение юбилейной спартакиады «Манчары» в Верхневилюйске. На плановый год у нас доля населения системически занимающейся физической культурой спортом должна составлять не менее 32%. Ну, как видите, графики мы свои уже опережаем. Ну и по стратегии развития физической культуры и спорта этот показатель у нас к 2020 году должен достигнуть 40%. В 2016 году, согласно календарному плану, мы провели 650 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В сравнении, если брать с 2015 годом, то количество мероприятий у нас увеличилось на 40%.